Распаковочка. Пришел видеорегистратор на Виталовский. R482K Night Vision. Только забрал, еще не вскрывал. Баз. Вот такая вот фигня. 2К камера, ночной режим, магнетический, короче, ну, магнитный крепеж, Full HD, короче, все дела. Сейчас откроем, посмотрим, что он тут. Вот так вот это все выглядит. Смотри, упаковочки. Это сама камера. Такая вот. Скотчик 3М. Работает. Нужно вот это магнитики. Это крепится на стекло, а это крепится сюда. О, довольно-таки прочный магнит. Не отлепишь. Даже. Так, ладно, посмотрим, что есть дальше. Камера двухсторонняя, это задняя камера. Да, это назад. Крепится, крутится. Как надо. Питание. Типа USB. Это что, LED? Ага, я не знаю. Так, дальше что у нас тут? Дальше у нас есть шнурок. Идет длинный шнур. Микро USB. А это, видимо, зарядка Type-C. Type-C, откуда она сюда? Здесь у нас Type-C. А это у нас микро USB. А, ага. То есть это идет шнур от задней камеры. Куда его только вставлять? Я даже не знаю. Пока не знаю. На самой камере. А, вот. То есть нужно вести, короче. Ага, все, Type-C. То есть стандартное крепление. В креплении идет разъем Type-C. И, соответственно, шнурок от задней камеры. То есть этот шнур нужно вести через весь автомобиль на заднее стекло. То есть лепим и наслаждаемся. Чуть позже покажу, как она снимает. Как бы такой экранчик. Как она тут должна включаться. Окей. А, вот тебя-то я сейчас отпущу на крутую орбиту. Карточки поддерживают до 128. Не, он, короче, без зарядки. Аккумулятор. У меня был такой, что еще с аккумулятором снимал. Что у нас тут зарядки 12-вольтовые, наверное, да? Сейчас посмотрим. Нет, 5 вольт, 1,5 ампера. Так, что еще тут есть? Ага, тут еще, короче. Код на карту и юзер-мануал. Не, короче, еще идет такая вот фигня для смартфона. Короче, какие-то карты. Код на Navitel. Ну, короче, инструкцию почитаем, когда что-нибудь испортим. Дисплей 2 дюйма, 320 на 240 IPS матрица. А сенсор камеры соневский. Ну, камера классная должна быть.
Потом попозже что-нибудь запишу, смонтирую видео, как она пишет. Ставим.